Иван Назаров. Александр, нужна обостряющая под бросок. На синюю было принято решение. Неплохо, достаточно широко. На финте, и вот он первый. Находит передачу неплохо. Есть пространство у капитана. Передача классная, бросок, и это... Тут действительно... Будет ли еще момент? Бросок опасно! Что здесь? Повтор эпизода. Да, Муромцев имел момент. Но не совсем домашней команды, безусловно. Но вот заработает ли это большинство? Момент опасный. Ну и пошли здесь у нас уже приемы. На грани дозволенного. А шайба в воротах, не в воротах. Нет, разводит арбитр. Руки... Николай, скорость, в зону вошел. Ну-ка, на партера бросок, опасно. А это перехват, перехват классный. Наконец, есть пространство, передача, бросок. И нас спасает. Передача, вот хотя бы немножко пространства Муромцев. Классная передача, ну-ка, бросок в ближний угол. И что? Ну вот, посмотрим, куда же шайба все-таки угодила. Просто это серьезный трафик там, между прочим, перед Тулиновым. Кто-то надо, чтобы отважился все-таки на бросок. Передача, шайба в воротах. Динамо ведет 1-0. Павлов! Возможно, это и сработало. Да, рикошет от конька. Смотрим дальше. Бросок. И шайба в воротах. 2-0. Динамо забрасывает. Зашла, что называется. И моментище, и шайба в воротах. Третья, оказывается. Вот так шинник, будьте. Давайте смотреть, там какая-то супер траектория получилась. Подбор от Рябкина. Двигается вперед. Ну-ка, что здесь? Бросок, это сейв. Набирает. Скорость у нас здорово. Мирослав Михалев поворотом бросил. Выручил. Казалось бы, но шайба в воротах. 4 ворота. Давайте смотреть. С неудобной. Ну, попал здорово здесь Михалев. О, бросок-то, в общем, не получился, но... Под неудобные. Не доходит. Контратаку бы не поймать. Набирает скорость Агеев. На партнера бросок. Агеев вторым. Не случилось. Расположились. Двух держат на синей. Неплохо. И где шайба? Голкипер. В общем, все смешалось. У нас тут в доме судьи смотрят. Непонятно, что происходит. Раскопки. Нет. Главное сейчас драку. Красавцы. Передача, есть пространство. И повторяем. И здесь блестяще играет Зенек. Было неплохо. На самом деле, да, передача не проходила. В средней зоне. Вошли. Кисть капитана в зону. Отличное спасение. От. Покинула шайба зону атаки. А здесь... Аврамов, здорово сработал, Аврамов, блистательный Федор Аврамов, наиграл он на шайбу и ее забыл в сезоне. Все красиво, не будет шутаута у Масальского, ну тут шансов-то примерно никаких. Посмотрите, ну как попал, любо-дорого, да, еще от переклад. Охладить их пыл и довести эту встречу до победы. Момент бросока у нас 4-2. Блистательный кистевой от Кузина. Все сходу. Все сходу. Хорошая передача. Вход в зону. Кистевой из-под защитника. И в девяточку шайба залетает. Видим мы. Бросок. И... были и приличное количество. И все они были сходу. И а это момент еще и не бросает поворотом тут. И это опять атака сходу. Передача. По шайбе не попал, но там и рикошет был. Справедливости ради. И бросок от Зиновьева. Говорил я вам, что вы... Отказано. Говорит. Коньком. Сыграть Сивко. О, вот это бросок. И это классное спасение. Вновь выигрывает. А ворота-то пустые. А удастся ли убежать? А пустые ворота. Здорово. И ставит точку.
Динамо об этой встрече Мирослав Михалёв. На радость. Очень важную для себя победу одерживает. Тут доборолся Шедловский. Здорово. Хорошо. Соперникам. 10 секунд. Момент еще один. Ворота сдвинуты, но остались.